Доброе утро, друзья. Второй день нашего путешествия. Я начинаю у нас на балкончике. Вот вода. Вот мы тут плывем замечательно. И все отлично. Совсем плохо с интернетом. Ну, то есть сказать, что очень плохо, это было бы комплиментом. Катастрофически плохо. Даже там, где прием, например, хороший, то есть можно выйти из номера, где прием плохой, и даже уже в коридоре за дверью прием хороший. Email подгрузить, просто почту подгрузить, 15-20 минут. Пока так. Мы позавтракали и собираемся пойти погулять. А теперь, друзья, мы наворачиваем круги, да, по палубе 7-го этажа. И так, задача такая немножко после завтрака, немножко подвигаться. Ну а что не подвигаться, правильно? Вот. Ну хорошо, тут нас даже обгоняют худосочные, но мы со Светой не такие. Мы вот так в развалочку, не спеша. Только вышли. Мы сейчас еще разгонимся. Да, Света, давай. Мы кроссовки одели, они там в сандалиях ходят. На зарядку народ пошел. Судно движется успешно. Вы видите полотенчики. Места отдыха у бассейна. Вот бассейн. Их тут несколько бассейнов. Это такой небольшой, я бы сказал, камерный такой бассейнчик. А вот тут, друзья, второй бассейн, но уже открытый. Потому что там, где мы были с маленьким бассейном, он такой, как бы саларий такой был. Накрыт сверху стеклом. Сейчас объявление будет. Друзья, я засниму столовку в обеденное время. Вот начинается с хлебов, булочек. А вот тут супы. Вот это супы. Вот видите, написано English tea, green tea, суп из зеленого горошка. А это вот потенциал. Ну, два супа. Вот для них чашечки для супов. Давайте идем по этой стороне. Здесь суши. Вчера не было, вот сегодня есть суши, например. Хотя, сказать по правде, не то чтобы вот мы именно такие всегда и ели. Соусы всевозможные. Соусы. Это фрукты вообще. Дыньки, ананасы, арбузы, сливы, груши двух сортов, два сорта яблок и апельсинчики. Так, скромненько. Да, макароны, еще макароны. Так, рыбка жареная, еще рыбка. Ну что тут? Рис, бобы, овощи, мясо. Так, пойдем дальше. Понятно, идет картошечка. Так, пельмешки. Идем дальше. Мясо с яичком. Пельмешки такие. Картошечки, пюре. Курица, отсюда хорошо. Еще картошечка, еще мяско. Так. Это смешанные такие, ну, овощи разные. Это из чикена, это индийские блюда. Вот, пожалуйста, друзья, это Светлана. Она такая красивая, нарядная. Вот, и тоже со мной на диете, у нее много энергии и хорошее настроение. Это вот тот самый шримп-коктейль, это закусочка, а это утка. Ну, надо сказать, что утки немного, утка копченая. Такое ощущение, что она с клюквенным каким-то... Да, ну так это разложено. Да, не поймешь чем. А вот это фруктовый салат. Надо сказать, что фруктового салата не так, чтобы, знаете, поделиться. Мы сначала думали со Светой, возьмем на двоих. А это, друзья, французский луковый суп.
по-научному French onion суп. Там внутри такой хлебушек, как бы, а сверху сыром. У нас та же самая история. Плавленным таким, расплавленным. Светочка, объясни, что это? Это телятина с тортеллинами, не с тортеллинами, не знаю, как это называется. То есть вот эти маленькие кусочки мяска, это телятина. Да. А все остальное, это как бы макарончики такие. Понятно. Так, тут у нас очень все понятное. Картошечка и баранина. Это баранина, друзья. Вот это что-то обалденно шоколадное. Там было длинное описание на полстранице. Вот вы видели в меню. Вот это оно. Это такое известное упражнение. Пирамида из бокалов с шампанским. И вот там специально оборудованное место для фотосессии. Видите, там какой-то бэкграунд. Я даже не знаю, так получается, люди не на судне, а где-то так вот, не поймешь где. Сейчас посмотрим. Надо сказать, что на этом круизе мы со Светланой почувствовали себя реально молодыми. Знаете, свои 60-61 почувствовали себя молодыми. Тут много таких людей 70 и за 70. Они прекрасно выглядят, надо сказать, не подумаешь иногда, что людям за 70. Но вот мы себя почувствовали молодыми здесь. Вот, друзья, лифт такой стеклянный, прозрачный. Мы, друзья, присутствуем на такой массовке. Тут игра называется, игра большинство рулит. Вот. Тут сидят ребята, жюри. Вот один. Посредине с бабочкой, это из Канады молодой человек. Второй из Украины, Алекс его зовут. But the thing is, вот, you need to think like the fellow people in this room. So, most teams wrote down люди, Superman. Там, кто рюмочку, кто сок. Whoever wrote down Superman will get a point. Водичку, тут же бар. Это все культурно. И, ну, такая игра. Да. Сегодня у нас прослушивание на конкурсе, и они такие в стиле караоке. И вот тут поставили, видите, такой монитор, где слова будут, наверное, у людей. И записывают прямо тут. Те, кто хочет участвовать, вот могут там подойти. Вон там столик. И на самом деле уже народ выстраивает. Давайте я встану. Заявка. And now the end is near, and so I feel.